еда здоровью. Открыть кризисные центры за счет государства в каждом районе для жертв домашнего насилия и похищения. Рабочий контроль деятельности таких кризисных центров со стороны гражданского общества. Обеспечить доступ к качественным медицинским услугам в каждой районной больнице. Обеспечить качественным и доступным образованием детей школьного и дошкольного возраста. Вести рабочий механизм взыскания достойных алиментов на содержание детей. Прекратить атаки на свободу слова, собраний и организаций. Прекратить давление на активисток и журналисток. Свободу от судебного произвола в отношении женщин. Прекратить гендерную дискриминацию в судах и милициях. Принять антидискриминационное законодательство. Установить общественный контроль за работой милиции и органов судопроизводства. И обеспечить достойный труд для женщин, гарантию трудоустройства, недопущение дискриминации и харассмента на рабочих местах. Всех